Видишь, я знал, что не капнут. Ну хорошо, хорошо. Через года полтора продашь мне одну бровку, ладно? Угу. Через 11 лет им войну можно будет объявлять. Надеюсь, ты не, они у тебя не выпадут из рвалов. Прекрасно, прекрасный ивент. Прекрасный просто. На 50, либо 50 престижа и 2% силы миссионера, либо стабильности и 2% силы миссионера. Я взял престиж, естественно. Ну, полезна сейчас сила миссионера. Настает 14-й тех, это тот тех, который, на котором кони тащат восточные. Жень, надо две пробы, потому что одна не там не, не нет не получится одну там. User left your channel. Какие конкретно? КЦЛ и Худи Винегар. Mm-hmm.
Ну, ты не спеши, как сначала КЦЛ, чтобы я ну, постепенно, чтобы я закурил, она у меня прижилась. Ты, кстати, это, штаты-то что, не принимаешь больше другие-то? Я ж дикий, у меня нет штатов больше. О, боже мой. Что ты продаешь? КЦ или пока? Да, я понял. Сельджукские сепаратисты аж сразу 15 выдают. Да, Виндервард норм прилетело, Ну да. да, это ж турки. Не турки. Ты еще и Норс. Ну ладно, это лучше, чем мне эти. Как они там? Что у них там? Какую они религию-то взяли? Шииты. Ну, опять повстанцы, не поможешь, я снова. Конечно, сейчас подожди.
Ого. Все, иду. Будем, короче, двигаться по штату. В этот штат, в который сейчас ты мне передаешь, Худивендигар, Кутахия и Анкара. Ну, пошли. Что-то у меня у самого вылетело. Ну ладно, ничего страшного. Следующая проба в 69-м Худивендигар. Хорошо. С этими пацанами в 76-м у нас перемирие. О, слушаю, Леванта 71-м. Или это не то, они что-то по союз провали. А ты у него выпал из ревалов. Ну, у Сельджука, да. А Левант еще могу мочить. Блин, надо пробу передавать. Блин, я, не получится быстро-то. Да не, Сельджука я уже вряд ли смогу. У него вон Армения выпала. Не-не, сможешь. Чуть позже он все равно же захватит эту Армению обратно. Надеюсь, он армян не отдаст сейчас этому. Нашему северному соседу.